Инструментальные композиции, выступления солистов, приглашенных артистов. В программе прозвучали произведения известных авторов Сергея Рахманинова, Арти Шоу, Жака Оффенбаха. О том, что оркестр любим зрителями, свидетельствует аншлаг в зрительном зале, и музыканты отвечают своим гостям тем же. Для такого сложного организма, как симфонический оркестр, это довольно такой значимый период, и это говорит о том, что коллектив 30 лет существует. Идут программы, концерты, аншлаги, полный зал. Значит, оркестр состоялся. Этот организм сложный, музыкальный, самый сложный музыкальный организм, такой как симфонический оркестр, значит, он сложился, устоялся. Торжественный день и заслуженные награды для артистов, а также видеопоздравления от летчика-космонавта Сергея Новицкого и телеведущего Леонида Якубовича.